Всем здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим куриное филе, запеченное в духовке, с сыром, моцарелла и с приправками разными. Давайте приступим. Берем две филеечки, нарезаем толщиной приблизительно 2 сантиметра. Вот такими кусочками нарезаем. Там, если у нас что-то отваливается лишнее, ничего страшного. В хозяйстве пригодится, как говорится. Так, ну вот этот вот так. И вот так. И нарезаем вторую. Раз. Два. Это лишнее. 3. Ну, пожалуй, и вот так. Перемещаемся к плите, включаем газ, ставим сковородку. В нагретую сковородку ложим масло подсолнечное. У меня будет топленое сливочное масло. Можно на подсолнечном, это не важно. На топленом вкуснее мясо жареное всегда. Это закон природы. Разогреваем масло. Еще добавляем немножко. Насыпаем в тарелочку панировочные сухарики. Вкатываем каждый кусочек в сухарях. Пока ничего не солим. Выкладываем мясо на сковородку. Обжариваем с двух сторон. До красивого румяного цвета. Все жарим на маленьком огне. Не на очень маленьком, но выше очень маленького. Скажем так. У каждого разные конфорки. Ну вот, переворачиваем на другую сторону. Обжарился. Обжарилось мясо до коричневого цвета, легкого коричневого цвета. Переворачиваем на другую сторону и обжариваем вторую сторону. Так, вторая сторона у нас поджарилась немножко. Что мы делаем? Берем все вот это мясо, складываем стороночку друг на дружку, освобождаем место. Так. Можем сюда еще немножко сливочного масла, топленое у меня топленое, у вас может быть сливочное, подсолнечное, какое желаете. Растопили, вливаем столовую ложку лимонного сока, соевый соус, не знаю, по желанию. Так, и всыпаем сюда приправки. Значит, смотрите, у меня здесь смесь перцев, это пажитник сухой, это чеснок сухой, это копченая паприка, это копченые томаты с чесноком и с базиликом. Всыпаем все сюда, ничего не солим. У нас еще сыр будет соленый.
перемешиваем хорошо приправки. Все, перемешали. Теперь нам нужно каждый кусочек так обмакнуть и положить в стороночку. Так, неудобно. Вот так. Раз, два. И в стороночку. Раз, два. Обваляли, обкатали и в стороночку. Вот так вот. Так, обкатываем каждый кусочек. Ой, как пахнет чудесно. Чудесно, прекрасно. Все, обкатали. Теперь раскладываем по сковородке каждый кусочек. Ложим на свое место. Так. Вливаем полстакана сливок. У меня 10% сливки. Можно любые сливки. Накрываем крышкой и оставляем минут на 10 протушиться. И все на маленьком огне. Ну что, 10 минут прошло. Снимаем крышку и на каждый кусочек ложим кусочек моцареллы. Выключаем газ, закрываем крышкой и ждем, пока сыр расплавится. И все, наше блюдо готово. Ну что, наше мясо готово. Вот так красиво оно у нас с соусом получается. Пробуем. Чего пробовать? Я знаю, что оно вкусное. Ой, это вообще запах, товарищи. Пажитником пахнет вообще. Прелестно. Ой, это очень вкусно. Товарищи. Товарищи, товарищи, готовьте. Это очень. Прелестно. Ну что, желаю вам приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Всем до встречи!